Только появился. Рима смотрит и не видит. Такое чувство, словно... А, призрачный огонек получается. Он вот только что появился. Ты, блин, это, жопа скучная. Я профессионал. Жилет, как у меня соседи подвечи. Дай нам знак. Где-то рядом с кухней. Я нашел призрак, он в коридоре. Где? Да. Дай нам знак. Я тоже слышал. О, радиоприемник есть. Да ладно. Зеркало есть. Ну, пока не надо. Мне бесит вот эти, знаешь, типа люди, которые, да ладно, ты что ты, блядь, говоришь, вот это, знаешь, меня прям просто раздражает. Я надеюсь, вот у вас всех семьи сдохнут, и вы все в аду гореть будете. Ты чё, блядь, несёшь, долб? Что за люди в основном? Вот Рима собирает людей, а? Блядь, я виноват. Я вахую, как бы в таком же... Вы еще не начали? Я просто поражена, блядь, что существует такое. Блядь, давай мы его сейчас накажем. Зеркало? Да, скажи мне, как он в доме будет. Хорошо. Он в доме. Он в доме, сейчас я попытаюсь спрятаться, блядь, где-нибудь. Надеюсь, он еще из дома не вышел. Нет, он еще здесь, я резко дверь закрою. Давай. Ну, собственно, наговорил это. Вот так Джентльмен. Вот. Вот так вот. Грубиян какой, а? Окочурился. Ну, мы, конечно, такие подленькие ребята, но... Нефиг нам всякие гадости говорить, правильно? Правильно. Так, МП. МП-5, кстати. А ты вкидывался, да? Я не помню. Да, по-моему. А ты придешь? Не, я вообще тут вот тоже. Так. Есть. Здесь уже сукуном занято, оказывается. Да, я сфоткаю, давайте. Да. Секунды. Я, правда, не знаю, куда бежать. Куда ты? Спрячусь тихо. Он идет ко мне, он идет ко мне. Нет, 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 нет. Да-да-да. Сволочь какая, что это такое? Что это? Я все вещи потерял. Я вкидывалась, ты чё? Да, ну ладно. Сейчас мы посмотрим, может здесь в подвале есть. А, да, в подвале есть шкафчики. Так, все готовы, дети? Я на позиции. Да. Какой экшен, какой разворот событий. Тупи пизда. О, тихо. А ты видела, да, что я застрял там в двери? Да, я же говорю, тупи пизда.